Привет, друзья! Небольшой анализ графика ленты, магазинов ленты. Появился бар, похожий на разворотный по Биллу Уильямсу, первый мудрец, вот этот. Если провести линию, прослеживается небольшая ангуляция. Возможно, он и будет разворотным. Это первый мудрец. Формируется второй мудрец. Это третий бар зеленый. И фрактальный третий мудрец на цене 236. То есть считайте уже три мудреца вместе. Посмотрим. Интересная ситуация, как будет дальше развиваться. Если ниже пойдет 214, то вся эта композиция из мудрецов потерпит крах. Если будет разворот, то интересно.